Ну, сейчас с помощью нескольких ножей нашего производства «Русский Булат» вот так вот, в такой вот спартанской обстановке, скажем так, приготовим блюдо. Это форель с платника, с платного болота. Это вот несколько плотвичек. Ну, естественно, из холодильника. Я уже давно на рыбалку не ездил. Но, тем не менее, они свежие, все равно будут вкусные. Значит, будет это так. Они будут с яблоками и с луком. Ну, для начала, то есть, режем яблочко. Вот. Ну, это нож, вот, это R690. Рукоять G10 оранжевый здесь. Также здесь может быть 95-я сталь. Может быть H12 МФ. Так. Повар я не профессиональный, просто люблю готовить. Люблю вкусно покушать. Наш кухонный, значит, будет это блюдо, в общем-то, с луком и яблоками. Наверное, поменьше от манипулятора. Нож, кстати, очень давно не точу, держит заточку великолепно. Так. Ой. В принципе, сейчас мы это перевалим вот сюда. Берется 2-3 луковицы, если мелких. Яблочко одно. Сначала обжаривается лук с яблоком. Затем делается рыба и обкладывается луком и яблоком. Получается очень интересная, вкусная штука. Ну, кухонный нож, он все-таки вот больше для шинковки. Затем вот у нас форель. Я не буду ее совсем филировать, я ее все-таки почищу. Вот одним из своих любимых ножей. Причем здесь я не форелевый нож, а вот тот рыбацкий нож. Рыбацкий номер 2. Удобный, в руке лежит, липнет. Вот. Несмотря на то, что рыба из холодильника чистит. Ну, рыба, конечно, немножко полировал холодильник. Стала такая немножко мягкая. Но в процессе нашей приготовки все равно будет очень вкусно. Хотя, конечно, не сравнишь, когда рыбку только что выловили. Я бы ее мог отфилировать полностью от шкуры, но шкура, когда в данном блюде, когда она пожарится, она тоже будет вкусная. Поэтому мы сейчас уберем чешую. Ну, замечательно, как чистить. Тут учесть надо, что рыба такая, она, ну, немножко уже полежала, но мягкая достаточно.
вот, в общем-то, чистая уже. Немножко. Для сравнения, я покажу, как это делать с лезвием, с самим лезвием, без вот этой нашей насечки рыбацкой. Чистить плохо. Так, ну, кишки мы потом берем. Вот если так делать, вот получается что. Вот, вот. А если вот так делать, вот получается что. То есть мы меняем угол, очень чисто, все. Снимаем. В процессе чистки только нужно менять углы. Кстати, очень хороший рецепт. Мне с большим удовольствием подобное, хотя у меня жена рыбу не любит, но подобным образом приготовлена рыба, ей очень нравится. И хочу вот поделиться этим рецептом со всеми. В данном случае мы сейчас почистим и потом ее отфильтруем. Это чистить рыбу — такая грязная работа. Она медленно, не стал филировать полностью. Что касается рыбацких ножей, то самый большой выбор рыбацких ножей — это у нас компания «Русский Булат». Потому что я рыбалку люблю и с рыбалки практически не вылезаю. Значит, вот эта рыба, она была прямо со льда брошена в морозильную камеру. Она засохла. Это уже плотва. Сейчас я ее разморозил, она все равно за счет холодильника немножко подсохла. Все скажут, что это будет не очень вкусно. Будет вкусно, но если ее не почистить, будет совсем невкусно. Вот. Даже такую нежную рыбу, как мелкая плотва, эта насечка чистит. Единственное, немножко приходится чуть работать по-другому. Вот. Вот это уже просто ножом. Если здесь еще можно почистить тяжело, то здесь просто без насечки, бесподобной. Просто придется ее либо коптить, либо, я не знаю, там в чешуе как-то жарить или еще что-то. Либо перед тем, как класть в морозильник, чистить. Имея такую насечку, я не парюсь. То есть пришел, бросил улов прямо в морозилку и потом, когда надо, достал. Вот. Ну, скажут, эта рыбка не крупная. Ну, что ж, не всегда крупная. Что ж теперь сделаешь? Вот. Вот если мы так делаем, она, значит, как бы... более, скажем так, вот данный объект для чистки очень сложен, потому что сама плотва, во-первых, мелкая, во-вторых, нежная, в-третьих, она была в холодильнике, как бы присохло все дело. Вот. Ну, скажу, что у меня то, что рыбка мелкая, после холодильника рыба полностью вычистилась. Все.
Сейчас я ее помою, когда будет видно. Ни одной сухой швейники на ней не осталось. Практически вообще не осталось. Вот я сейчас показываю вообще преимущество. Я считаю, человек, который... Так, вот немножко еще несколько швейников сейчас уберем. Для человека, который как бы рыбу ловит не по принципу поймал, отпусти, а из нее что-то еще готовит, а не дай бог сейчас самому приходит чистить, потому что у меня жена, ну честно скажу, не любит рыбу чистить. Вот. И даже не любит, не хочет. Вот подобный нож нужен. Так, ну это мы отмоем. Все, вот она абсолютно не поврежденная рыбка. Опять же берем, да, вот она засохшая, видно. Это чего-то сторона нормальная, вот эта сторона подсохшая. Начинаем сейчас чистить, ну, это просто без насечки. И разница и с насечкой, аккуратненько. Ну. Бук чистый. Пользоваться по-разному, и так, в зависимости от рыбы, в зависимости от навыка. В данном случае я таким образом чищаю, как бы подрезаю эту чешую. Угол наклона подобной насечки. Конечно, с этой стороны. Почему я тебе даже могу сказать, делаю на полу, потому что не летел во все стороны чешуя. Потому что со стола она сейчас летает, здесь убраться проще. Летом я это делаю на улице. Это вообще вот с той стороны она слетела махом. То есть такая рыбочистка очень хорошо работает именно на подветренной чешуе. То есть это... Ну, я не знаю, из тех рыбочисток, которые я видел, наша рыбочистка, учитывая то, что она совместно с ножом, вне конкуренции. Но сейчас будет еще интересней. Это вообще окунь, причем который тоже полежал в холодильнике, ну, в морозильнике. Подсушился. Он свежий, не больно хорошо чистится. А в таком виде совсем плохо. Эта сторона более жесткая. Здесь угол по-другому я разворачиваю. Как видим, вот она уже чистая. В зависимости от места. Вот это место у окуня. Даже у живого чистить это ужасно просто. Очень многие сейчас скажут, да мы окуня не чистим, мы их так делаем. Но много есть блюд, где не надо чистить окуней, и даже они не чищенные получаются вкуснее. Но есть блюда, в данном случае то, что мы будем делать, которые вкуснее от того, что на них чешуя, не будут. Вот в данном случае я что еще показываю? Мало того, что очень сложный объект для чистки, во-первых, окунь. Во-вторых, не крупный, то есть его можно легко повредить, порвать. Вот. Да он еще и подсушенный в холодильнике. Вот, практически. Вот такая вот ситуация. Ну, здесь будет помягче.
Вот если так делать, это, ну, это вообще невозможно просто ножом данный лук не чистить. Это он совершенно свободный. Вот. Просто правильно пользоваться насечкой. Ну, шибацкий 20, кстати, 65 Все, окунь чистый и не травмированный. Вот. В принципе, сейчас нам еще нож понадобится для того, чтобы убрать кишки. Мы сейчас тоже все вместе сделаем, потом сломаем доску, потом уже будем заниматься. Вот. В данном случае икра, мало наесть. Так, это мыться. Сразу же я жабры выкинул. Жабры — это фильтр. В нем остается очень много грязи, и попадание в блюдо жабр нежелательно. Вот. Кстати, есть такой момент, что данный нож, несмотря на то, что он 65х13, он давно валяется, я его давно не точу. Ничего, хватает. Вот я обычно так удаляю жабры, даже у мелкой рыбы. У меня был случай, когда я в детстве поймал щуку, делал из нее заливное, и потом я ее кушал. Эти жабры все, скажем так, облизывал, из них вот эту вкуснятину всю, как мне казалось, высасывал, в результате отравился. Потому что там, видимо, было много тяжелого металла или еще чего-то там, не знаю. Там мне это врач объяснил в больнице. С тех пор я жабры. И второй был случай, когда я ловил карасей. Мать сварила из них уху, белого мелкого карася, было много. Уха была горькая. После этих двух случаев я жабры удаляю у всей рыбы, даже у мелкой, на всякий случай. Вот. Здесь я показал несколько рыбок, как скажем так, здесь это все вкусно готовить долго.
с морозильника. Кишки у семги имеют такой вот жестковатый характер, вернее форели. Вот. Еще сейчас это все мыть будем. Так. Форма ножа очень удобна для убирания тех же кишок. Чем хорошо рыба, когда морозильник не было, Серег, то что вот это все менее жидкое получается. Так. Все, это мыть. Ну вот рыбки вымылись, но вот видно, кое-где маленько стал, что я мою. Ну, это не критично. Просто не видно было, она была грязная рыбка. Вот даже эти. Все, чистенькая. Окунь. Вообще весь чистенький. Платвичка мелкая тоже. Значит, что я дальше сделаю? Дальше я сделаю сейчас филе. Скажем так, не то, что филе. Я рыбу сейчас просто разрежу. Не совсем ее буду филировать. Скажем так. Это вот, кстати, с двумя гардами. Это судак номер 2. Гард обоюдный, то есть мы сделали еще дополнительную гарду, чтобы рука не соскакивала. Вот, скажем так, немножко, несколько новая модель. Ну, кому что нравится. Вот она филирует практически. Это я даже вот даже не чувствую, как режет. Но сейчас что мы сделаем? Мы все-таки берем вот эти косточки, тем более они отделяются достаточно легко. Все. Вот. Как бы то ни было, но любое блюдо, где упомянутое филе рыбы, без филейного ножа делать можно, но очень неудобно. Вот. Ну, вот такие вот. Ничего можно убрать. Это вот я к чему говорю, что очень удобно. Филейный нож есть филейный нож. Здесь мы сейчас порежем его прям таким образом. Вот такие вот кусочки порционные. Здесь я сейчас сделаю по-другому. Отрежу голову. Просто. И уберу вот эту вот кость. Тем более после морозильника рыба немножко. Я не буду вырезать полностью кость. Просто уберу вот эти косточки. С кулинарной точки зрения это может быть будет неправильно. Или лучше сделаю вот таким образом. Вот, вот так вот я филирую. Нож, конечно, великолепно режет. Вот раз порционный кусочек. Ну,
Здесь, наверное, просто обрежу вот эти вот кости, потому что здесь главное не филе в этом блюде, а главное такие тоненькие кусочки. Вот. Тут можно из косточек что-то послизывать там, скушать что-то с костей, ничего страшного. Здесь опять же я беру рыбку, опять же надрезаю и филирую. Вообще одно движение. Вот оно, филе. Филе можно посолить, можно еще что-то сделать. В данном случае мы подготавливаем под электрогриль. Запекание в электрогриле. Вот даже косточки одним движением удаляются. И, кстати, вот тоже все-таки удобная эта штука. Вот как-то вот я вроде не упираюсь, но как бы контроль над ножом такой своеобразный получается. Так. Даже это. Ну, не знаю, здесь, наверное, я здесь просто филе сделаю, а кость отдам коту. Попробуем и так, и так. Там с косточки попробуем, здесь без косточки. То же самое. Я беру и в одно движение убираю вот эти ребрышки. Мне вот это вот мне нравится. Вот то, что вот как-то народ чуть-чуть даже мешаться, по идее, должна. На самом деле контролируешь нож лучше. Ножом, но все-таки лучше. Для каждого ножа свое. Вот. Все. Такой мягкий нож именно нужен для вот такой нежной рыбы. Как не крупная какая-то рыба или форель вот такого, ну, в общем, тоже не крупная. В данном случае это идеально. Так, вот кота будем кормить. Дальше, сейчас продолжим, сейчас я это посолю и покажу, как будет блюдо выглядеть дальше.
Молотого перца нет, немножко добавим перца горошком. Я сегодня забыл ввести. Все дело посолим. Пока данное блюдо будем готовить в электрическом гриле. Кстати, мелких рыбок тоже. Кстати, электрический гриль очень неплохой инструмент. Ну что, нужен нам еще лук. Все, можно быстро. Так. Здесь, наверное, все-таки должно быть. Большим таким шинковочным ножом, конечно, лук чистить неудобно, мягко говоря. Мне надо почистить. Да вот получается так, что фактически для приготовления этого блюда у нас задействовано три ножа. Ну, хотя, может быть, можно без кухонного здесь, без шинковочного обойтись, заменить это каким-то другим ножом, но в данном случае это будет более удобно. Нож тоже рыбацкий, он небольшой. Лук чистит. Ну, нельзя сказать, что для этого самый удобный, конечно. Нет, но из данных ножей получается, что так. У нас не крупный, поэтому в принципе хватило бы и двух крупных луковиц, или одной даже крупной, если очень. В данном случае лук, опять же, лучше резать шинковочным ножом варским. Конечно, у кого-то это получается очень быстро, красиво. Ну, я вот как умею. Каждый нож все же для своего. Одним ножом можно делать все, но это неудобно. Не такие уж ножи дорогие, чтобы брать один на один нож и полностью им все делать. Первое, что делаем, немножко пожарим лук. В
немножко растительного маслица, буквально чуть-чуть. Сейчас. Ну что, в таком нехитром приспособлении. Верхний жар включенный, нижний жар включенный. Режим яичница. 3 минуты. 3 минуты эти. Сейчас там будет немножко обжариваться лук. Затем лук будет убираться. Смешиваться с яблоком. Жарится еще 3 минуты. Так, ну что. Сюда всыпаем яблоко. Так. Ну и опять включаем, еще 3 минуты, и затем убирать будем. Можно, конечно, снять ее, вытряхнуть, да? Или лопаточки. Кстати, очень в итоге будет вкусный сырок. Я тебе могу точно сказать. Кстати, это рецепт не мой, это рецепт очень известный. Просто в данном случае этот рецепт был приготовлен не только благодаря вот этой замечательной сковородке, но и благодаря нашим ножам, которыми были правильно разделаны продукты. Ну вот это будет потом добавляться к рыбке. Так. Закрывается. Рыба. И ставим 6 минут. Будет очень вкусный сыр. Продолжение следует...
аккуратно. Вот корм, почему я ее оставил, она будет очень вкусная. Почему я оставил ее отфилированной, да, предпочел почистить ножом рыбацким. Вообще, Серёг, даже мелкая рыба очень аппетитная будет. Не обязательно мелкая рыба, просто мелкая рыба была, можно двухкрупную делать. А затем берется вот так. И раскладывается понемножку. На каждый кусочек. Шрифт есть еще на раз. Ну, в принципе, осталось. Сейчас еще режим яичницы. 3 минуты. И водку можно пока разливать. Потому что такое блюдо. Ну, все-таки под водочку вкусней. Так. Да, красиво, да? Хорошая сковорода. Вот некоторые мне говорят, я вообще, мне за деньги не платят, я ее не рекламирую. Я просто пользуюсь, когда где-то я приобрел хорошую вещь, мне как бы делюсь. Режим яичницы. Сейчас будем снимать. Люблю хорошие вещи. Начиная от ножей и заканчивая средствами приготовления пищи. Вообще все хорошее люблю. Наверное, как все. Замечательная вещь. Для дома. Сейчас так вот. Мясо на ней хорошо делать. Все режимы автоматические. Как бы. Так. Ну что, ну вот и все. Получилась очень хорошая вещь. Так. Так, Серега. Все, сейчас будем укладывать. Замечательная штука. Вот. Вот вещь, мягко говоря, очень хорошая. Так, сейчас еще команду покажу. Георгина, я думаю, с нами покушает.